Приветствую всех на канале Device. В этом видео я расскажу вам о 7 моделях наушников с микрофоном, которые обеспечат отличный звук и позволят общаться с другими людьми. Будет интересно, так что смотрите видео до конца, ставьте лайки, пишите комментарии, а также не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых рейтингов и обзоров. Ну а ссылки на сайты, где вы сможете посмотреть стоимость всех участниц данного топа, я оставлю в описании. Погнали! Открывают наш топ беспроводные наушники Sony WH-CH510. Это недорогая, но качественная модель, выполненная из пластика. В наушниках предусмотрена регулировка высоты, угла наклона и поворота чаш. Амбушюры у них выполнены из искусственной кожи, они небольшие, но довольно мягкие и плотно прилегают к ушам. А при необходимости их можно будет заменить. Расстояние Bluetooth-подключения у них стандартное, до 10 метров. Прерывания и рассинхрона при воспроизведении видео не наблюдается. За звук в этих наушниках отвечают 30-миллиметровые динамики. Качество звучания соответствует цене. Хорошо слышны отдельные инструменты при воспроизведении классической и рок-музыки. Басы здесь мягкие, так что бас-хедам такие наушники вряд ли понравятся, а для всех остальных будет самое оно. Шумоподавления в наушниках нет, но имеется функция подавления эха, которая пригодится при телефонных разговорах. Благодаря этому собеседник будет лучше слышать вас, если вы находитесь в шумной обстановке. Что касается управления, то оно осуществляется с помощью кнопок. Они имеют большие размеры, что исключает ложные срабатывания. С помощью кнопок можно запускать и останавливать воспроизведение, пропускать треки, регулировать громкость, а также запускать голосовой помощник на смартфоне и отвечать на звонки. Ну и самое главное, за что эти наушники полюбились многим пользователям, это долгое время работы, которое может достигать 35 часов. Кроме того, они поддерживают быструю зарядку, и за 10 минут аккумулятор в этих наушниках заряжается на 1,5 часа работы. Продолжают наш топ JBL Live 500BT. Эти полноразмерные беспроводные наушники обеспечат своим владельцам фирменный звук JBL с насыщенными басами благодаря массивным 50-миллиметровым динамикам. Они станут отличным приобретением для любителей энергичной музыки, хотя для любителей более спокойных жанров они тоже подойдут. Чаши у JBL Live 500BT не только могут регулироваться по высоте и поворачиваться, но и складываться, что обеспечивает компактность устройства. В сумке такие наушники много места не займут. Также стоит отметить мягкое тканевое оголовье и мягкие амбушюры из эко-кожи. Так что носить такие наушники на голове очень комфортно. Из особенностей JBL Live 500BT также стоит отметить технологии Talk-Thru и Ambient Aware. Первая позволяет активировать дополнительные микрофоны для того, чтобы с кем-то поговорить, не снимая наушники. Музыка в этот момент приглушается, а в динамике начинает поступать голос собеседника. Вторая технология увеличивает слышимость окружающей среды и позволяет слышать, что происходит вокруг вас. Также стоит отметить хороший микрофон, благодаря которому собеседник будет отчетливо слышать вашу речь. Еще одна интересная фишка Live 500BT — это расширенные возможности Google Ассистента, которые активируются с помощью сенсорной поверхности на одной из чаш. А что касается времени работы, то эти наушники способны воспроизводить музыку на протяжении 33 часов. Далее в нашем топе идут беспроводные наушники Sennheiser HD350BT, имеющие функцию активного шумоподавления и способные работать без подзарядки до 30 часов. Они порадуют своих владельцев отличным звучанием с глубокими динамическими басами благодаря поддержке кодеков высокого качества, а также идеальной синхронизации при воспроизведении аудио и видео благодаря Bluetooth версии 5.0. Наушники поддерживают эквалайзер, настройка которого осуществляется через специальное приложение на смартфоне. С его помощью можно будет настроить звук для идеального воспроизведения любых жанров музыки. Весят наушники немного, и благодаря мягкому оголовью и амбушюрам их будет комфортно носить на голове длительное время. А благодаря складывающейся конструкции они не займут много места в рюкзаке или сумке. Что касается микрофона, то он обеспечивает отличное качество голоса во время телефонных разговоров. Собеседник будет отчетливо слышать вашу речь даже в шумном месте. А что касается управления, то оно осуществляется при помощи кнопок, и помимо регулировки воспроизведения музыки и ответом на звонки, наушники имеют специальную кнопку, которая позволяет мгновенно осуществлять голосовое взаимодействие с Siri или Google Ассистентом. В общем, отличный вариант для любителей качественного звука.
Еще одни представители Sennheiser в нашем топе — проводные наушники HD400S. Они имеют складную конструкцию и отлично сидят на голове благодаря небольшому весу, мягкому оголовью и большим амбушюрам. Носить такие наушники на голове длительное время очень комфортно. Что касается звука, то наушники Sennheiser HD400S полностью отрабатывают свою стоимость. Установленные в них динамики обеспечивают детальный, сбалансированный, насыщенный звук с басами, воспроизводимый без искажений даже на большой громкости. А плотно прилегающие к ушам амбушюры обеспечивают шумоизоляцию и комфортное прослушивание музыки даже в шумных местах, будь то улица или метро. Управление наушниками осуществляется при помощи пульта, расположенного на проводе, в нем же находится и микрофон. Пульт расположен на небольшом расстоянии от самих наушников, поэтому при телефонных разговорах его не придется доставать, и собеседнику будет вас хорошо слышно. В общем, если вы не фанат беспроводных наушников и хотите недорогой девайс с хорошим звуком, то стоит обратить внимание на Sennheiser HD400S. Ссылки на сервисы, где вы можете узнать стоимость этих наушников, я прикрепил в описании под роликом. Для истинных меломанов среди беспроводных накладных наушников отличным приобретением станут Marshall Major 3 Bluetooth. В этих наушниках установлены 40-мм динамики, которые можно настраивать для воспроизведения превосходных басов, гладких, средних и кричащих высоких частот в широком диапазоне. Наушники отлично подходят для воспроизведения треков в lossless форматах и создают мощный и плотный звук без потери качества, что по достоинству оценят меломаны. Из особенностей конструкции стоит отметить, что наушники имеют мягкое оголовье и толстые мягкие амбушюры из эко-кожи, благодаря которым вам будет удобно носить их на голове. К ушам они прилегают плотно, так что посторонние звуки не будут мешать вам наслаждаться прослушиванием музыки. А благодаря складывающейся конструкции, такие наушники не займут много места в сумке или рюкзаке. Управление Marshall Major 3 Bluetooth осуществляется при помощи кнопок, что исключает ложные срабатывания, как при сенсорном управлении. А что касается времени работы, то полного заряда батареи этим наушникам хватит на 30 часов воспроизведения музыки. В общем, это отличный вариант для меломанов, который еще и обходится долгое время без подзарядки. Продолжают наш топ беспроводные наушники Beats Solo 3 Wireless. Они станут отличным приобретением для тех, кто слушает музыку сутками напролет, ведь установленная в них батарея обеспечит до 40 часов работы. А благодаря поддержке быстрой зарядки за 5 минут эти наушники заряжаются еще на 3 часа работы. Beats Solo 3 Wireless имеют точную настройку акустической системы, что обеспечивает чистое сбалансированное звучание в широком диапазоне. А их мягкие удобные чашки блокируют внешние шумы и позволяют услышать все нюансы любимой музыки. Что касается микрофона, то владельцы отмечают хорошее качество передачи голоса, за что стоит сказать спасибо системе шумоподавления. Элементы управления расположены на чашке наушников. Они позволяют отвечать на звонки, управлять музыкой и громкостью, а также вызывать голосового помощника. Что касается эргономики наушников, то благодаря мягким вкладкам на амбушюрах пользователю не доведется столкнуться с появлением неприятных ощущений. Ничего не натирает и не жмет, да и вес у этих наушников всего 215 грамм, что обеспечивает комфортное ношение даже длительное время. В общем, Beats Solo 3 Wireless при отличном звучании и эргономике, долгом времени работы и простом управлении смогут удовлетворить запросы даже требовательных покупателей. А благодаря выбору различных расцветок можно будет подобрать такие наушники в соответствии с вашим образом. Завершают наш топ наушники Audio-Technica ATH-M50BT. Это беспроводная версия очень популярных студийных наушников, примечательная исключительно чистым глубоким звучанием с точной передачей баса. Вокальные партии музыкальных исполнителей в этих наушниках звучат очень выразительно, и каждый инструмент имеет четкое звучание. При прослушивании более тяжелой музыки, где акцент идет на барабаны и электрогитары, звук также не вызывает нареканий. И как отмечают многие владельцы, после прослушивания музыки в этих наушниках не хочется возвращаться к использованию других устройств. Настолько качественный звук они выдают. Системы активного шумоподавления в них, к сожалению, не предусмотрено, но и без нее плотно прилегающие амбушюры наушников отгородят вас от посторонних шумов. Сами амбушюры очень мягкие и плотно прилегают к ушам. Также стоит отметить мягкое оголовье и небольшой вес устройства, что обеспечивает комфортное ношение на голове длительное время. Из достоинств этих наушников также стоит отметить отличный микрофон и хорошее качество связи благодаря Bluetooth-модулю версии 5.0. Девайс стабильно держит связь даже на большом расстоянии.
расстоянии и обеспечивает четкий голос во время телефонных разговоров. Воспроизведение музыки, регулировка громкости и ответы на звонки в этих наушниках осуществляются при помощи кнопок, расположенных на одной из чаш. Кроме того, наушники имеют сенсор, прикосновение к которому активирует голосовых помощников Siri или Google Assistant. Ну а что касается времени работы, то батарея наушников обеспечивает до 40 часов прослушивания музыки без подзарядки. В общем, это удобные и долго работающие наушники с качественным звуком, которые по достоинству оценят меломаны. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, то жмите лайк, а также кликайте по кнопке подписаться и колокольчику. Этим вы очень поможете развитию канала. Ссылки на всех участниц данного топа, как я уже говорил, вы найдете в описании под роликом. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Device.